Будущие чемпионы. Петропавловске в канун Дня защиты детей провели состязание по теннису. В нем участвовали 36 мальчишек и девчонок. С юными спортсменами познакомилась наша съемочная группа. У Ангелины Красноголовой игровой стаж небольшой, всего 8 месяцев. И для нее это первые серьезные соревнования. Главное в большом теннисе – реакция и внимательность, говорит Ангелина. Без нее соперника не одолеть. Когда нам сказали, что будут соревнования, наш учитель начал подготавливать нас. Он нам новые подачи рассказал, как делать. Я их легко поняла. Следом на корт вышла Анна Аристова. Большим теннисом она занимается всего 2 месяца. Немного волнуется. Понравился этот вид спорта. Я захотела им заниматься и захотела проверить свои силы, способности. Соревнования приурочили ко Дню защиты детей. Возрастная группа 8 лет, от 8 до 14 лет. Победители и призеры будут награждены дипломами, медалями. Этот чемпионат города будет проходить традиционно. Всего в городском чемпионате по большому теннису приняли участие 36 мальчишек и девчонок. Дарья Пышмынцева, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.